И уже клиенты чекают на его в Киеве. Так що пишіть особисті, там мені пишуть, так що пишіть особисті. І можете приїхати і купити половинку, або цілу тушу, або четвертинку, або вам привезуть. У нас получается шия, у нас крыжочек такие. Вот так. Вот так. Потому что я тут чуть генеральского причистим. Мало причистим. До белого мяса. Здесь вот такая смужечка получается генеральская. Вот и салом, и мясом, такие 50 на 50. И вот такие кусочек генеральского получается. Один кусочек. И другой. И другой кусочек. Вот так. Потом вырезаем бочки и завершается спинка. Вот такой бочок. Такие он высманный. А то, чтобы потрескать, то так и треба. Так и задумано. А то все перепалив, не домив, воно вимите и висмарене. Що то? Ну якось так. Пойдет? Пойдет. Так, сало уже на месте, конечно, потом на крышу, да, эту белую простынь. А если тут еще полежит у нас. Ты генеральская открыта, да? Да, я за место положу. Все положу, как мое будет. Ты снимаешь? Отлично. Ложим на место. Буду не попутал, где же деяки. Вот так. Ось так. Все. До следующих. Треба тут, знаєш, номер телефона написати, одразу, щоб дзвонили. Ну тільки не за кілограм, а половинка або четвертинка. Все, бай-бай.